А на самом деле, куда там бросать-то? Там дырки нету. Гол! Только гол. Вот это Красоткин пропускает шайбу, а Лалыкина добивает. Странно, как все застыли, все понадеялись на Красоткина, думали, что он шайбу накрыл, а оказалось это не так. И первым ее разглядел именно Лалыкин. Здесь отмечаем великолепные действия на выбрасывании Владислава Картаева, который при этой стандартной ситуации быстренько отправил шайбу назад защитнику, да, и дальше последовал бросок. Ну как же так? Вы только что говорили о том, что вратарской проблемы нет. Подправление. Я так думаю, что здесь вообще никаких претензий к Красоткину. Ну как?